Здравствуйте, друзья. На повестке дня у нас вот такая штуковина. Пуфик, или как это, не знаю даже, что это. Смотрите, ее будет сложно смоделировать как бы в лоб, потому что форма криволинейная. Давайте ее разложим в полосочку, вот саму эту поверхность. Начнем с того, что смоделируем просто один этот зубец. Самым наипростейшим способом. Вот, пусть у нас будет некое количество геометрии. Самый простой способ — это просто перемещение точек. Я думаю, в общем, этого нам будет достаточно. Вот. Далее размножим их. Включим привязки. Три зубца. Attach. Сольем точки. Weld. Вторая же половинка нам нужна. Loop. Через Shift. Ну и просто масштабированием можем выпрямить. Там у нас тип масштабирования стоит неправильный. Вот и все. Ну, сделаем даже на глаз. Приблизительно как здесь, так здесь одинаковое расстояние. Так, дальше что? Дальше свернем в трубочку с помощью Bend. Применим модификатор Bend. Не та ось, нам нужен X. 360 градусов. Видите? Можно сказать, почти и готово. Конвертируем в поле, только давайте сделаем все-таки копию. Делайте всегда копии. Так. Что теперь? Давайте сделаем такое разделение двух элементов. Можем воспользоваться Extrude. Это углубить, это расширить. Ну, я думаю, нормально. И еще давайте вот эту часть подчеркнем. Быть может, мы ее потом разделим на две части, но сейчас просто подчеркнем с помощью чамфер. Ну и что нам осталось добавить геометрии? Ring. Connect. Без перебора. Геометрии должно быть просто достаточное количество. Окей. Далее давайте придадим нашему объекту нужную форму. Форму бочонка. Применим FFD. Control Points. И отмасштабируем. Вот и получается бочонок. Чуть-чуть вытянем. Про размеры пока не думаем, все можно подогнать. Тут главная оригинальная идея, как это сделать достаточно быстро. И вы можете такой метод использовать для решения других задач. Давайте закроем кэпом. Сделаем inset, чтобы подчеркнуть грань. И эти кэпы с помощью скрипта QuadCap сделаем четырехугольничками. Окей. Ну, давайте включим пару итераций, посмотрим, что получилось. Ну, в общем-то, и все. Можно разделить на две части. Придать толщину. Можно было сделать поглубже, здесь оно поглубже. Но я думаю, смысл вам понятен. Так что, друзья, надеюсь, будет урок этот вам полезен. Всего доброго.